Ты мусор выкинул? Нет. А почему я вообще должен это делать? В смысле, тебе постоянно напоминаешь, что ли? Во-первых, потому что ты мужчина. Во-вторых, ты физически слабее. Так что все сходится, по-любому ты. Сейчас чай допью и вынесу. А прям сейчас держи кулачки, чтобы за мусором пришли. Очень смешно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы за мусором, нет? Не совсем. Я адвокат Самойлова. У меня для вас три новости. Одна хорошая и две плохие. Ну, давайте с хорошей начнем. В течение 3 дней вы получите наследство. Да ладно. Как клево. Теперь о плохом. Да. Наследство оставила ваша любовница. Андрей, что это за документы? На квартиру. А собственник здесь кто? Ну, я. Стоять. А чего мы ее 5 лет арендуем?